Идущий на профит, приветствую тебя, привет, друзья, дамы и господа, рад вас всех видеть, лайки, подписочки, колокольчики, нажимаем, начинаем. Сегодня 3 января, давайте смотреть, что у нас по битку. В общем, последние дни напоминают гонялого из пустого в порожнее. Суть в том, что имеем ситуацию схожую с Карданой. Много раз говорил, что Кардана, она немножечко опережает рынок, и все последние обзоры, последние недели, даже двух, они сводятся к тому, что ждать теста или не ждать, да, то есть если будет тест, это однозначно шорт, если не дадут теста, сразу выходим на два диапазона, один из которых практически уже прошли. Предпосылки для теста диапазон, то есть где-то под 18 тысяч, ну там 17600 и так далее есть, потому что есть лимитки у нас на Binance, такие же как, вот у нас сейчас вот такие вот лимитки, такие же как вот здесь вот были плотности, которые задрали и вышибли, здесь тоже были вот эти вот лимитные плотности, задрали и вышли, там еще они, по-моему, где-то были, сейчас уже лень искать, ну в общем, как-то так. А также, если смотреть на CP-ху, ну, правое плечо я тут жду, то есть, наверняка мы тут накопим. О, кстати, тут, по-моему, у нас зажим. Да, зажим. Первое касание, второе касание, третье касание, пробой. Весь вопрос, дадут ли вот так вот, ну, чисто провокацию, да, либо пойдут куда-то выше. В общем, правое плечо дорисовать нам надо. На этом фоне, может, и биток что-нибудь подтянет там и все-таки даст взять шорт по-нормальному. Сейчас, конечно, пока вариантов я не вижу никаких. Что тут открывать внутри флета? Только бабулесик терять. В общем, как-то тыкс. Подскажи, если в процессе сделки на фьючах менять плечи, чтобы не ликвиднуло, имеет ли смысл? А как, что ты изменишь-то? Если кросс-маржа, хоть ты там с пятого на сотое поставь плечо, у тебя ничего не изменится. Если изолировать, да вообще, что за вопрос, как бы, менять плечи, как бы изначально рассчитай сделку, убыток и прибыль, ну, это путь к однозначному ликвиду. По сути, если ты на изоляте расширил плечи, ты просто больше добавил маржи. Так, спасибо, каждый день после пробуждения смотрю, благодарю за прогноз, не думаю, что будет 17500, понятно, XRP пин-бар хотелось бы обсудить. А что тут за пин-бар на XRP? Ну, типа вот это, что ли? Да, может быть стандартная аккумуляция, манипуляция, сейчас будет какая-то экспонента, может что-то такое, не знаю, просто похоже на вынос, на пробой, тут наверняка выставили лимитки, эти пробойные лимитки взяли, отвезли на стоп, как бы чё уж опосля-то делать прогноз. Ну как бы есть вариант такой, что зажим. Но опять же, видишь, нету тут касаний дополнительных, чтобы точно обрисовать зажим и сказать, куда может пойти цена, поэтому что тут? Не вижу форм для собственной торговли, как говорится. Так, доброго здоровья, спасибо. Если, как ты предлагаешь, BTC руб 1 600 000, а биткоин 12 тысяч, то курс рубля к доллару, то, блин, как это вообще? Как это вообще? Биткоин руб, он выглядит на... Короче, посмотри обзор, ты, наверное, не так что-то понял. 1 600 000 он сделать может и во время флета битка. Причем здесь 1 600 000 за биток к рублю и 12 тысяч по курсу, и еще курс рубля 133. Вот курс может пошатнуться. То есть биток может вырасти, рубль может ослабиться, и там не надо даже курса битка 12... Короче, ты пересмотри, что я имел в виду. Так, с Новым годом, Артём, и вас всех. Ты про какой интересный альткоин в конце видео сказал, что скоро соскаем. Это секретик. Я думаю, так, война закончится, будет хороший рост битка. Не, а как это вообще? Ну, ты какой-то слишком маленький тайм выбрал. Рубль соскамится. Ладно, все. Лайки, подписочки, колокольчики. Нажимаем. И да пребудет с вами прибыль. Пока-пока.